Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов осмотрел реконструированные очистные сооружения в Перхушково. Работы практически завершены. Сейчас идет пусконаладка технологического оборудования. Старые очистные были введены в эксплуатацию в 2007 году. Их производительность составляла 1000 кубометров стоков в сутки. В рамках инвестконтракта очистные полностью реконструированы. Их мощность выросла в 4 раза. Этого хватит, чтобы полностью закрыть потребности ЖК «Равновесие», а также села Перхушково, деревень Крюково и Юдино.